На автосалоне в Москве состоялась премьера новой Chevrolet Niva. Пока это лишь концепт, ведь серийный автомобиль появится в конце 2015 года, но он ясно дает понять, в каком ключе будет развиваться тольяттинский внедорожник. Новая Chevy Niva отличается брутальным внешним видом. Автомобиль получился довольно мускулистым благодаря граням и угловатостям. Модель будет предлагаться только с пятидверным кузовом. Будущая Нива по-прежнему останется внедорожником. В то же время модель нового поколения будет более универсальной и подходящей для езды в городских условиях. Для новой модели создана своя особая платформа, разработанная специально для этого автомобиля и рассчитанная на российские дорожные и климатические условия. Под капотом разместится бензиновый 4-цилиндровый двигатель 1.8, разработанный концерном Peugeot Citroën и адаптированный под особенности эксплуатации тольяттинского внедорожника. Его производство будет локализовано в России. Дизельных двигателей пока не предвидится, а вот возможность установки автоматической трансмиссии весьма вероятна. На заводе уже завершили технический анализ этого проекта и дали одобрение. Кроме того, ожидается выпуск моноприводной версии Нивы, а специально для любителей оффроуда завод подумывает выпускать версию с дополнительным внедорожным оборудованием. Новая Chevy Niva будет дороже нынешней модели, но производитель заверяет, что цена останется конкурентоспособной. На заводе также изучают возможность экспорта своего внедорожника за пределы России и стран СНГ.